Черного пояса по джиу-джитсу. Экс-чемпион М1 челлендж в легком весе. Даниэль Вайхель, MMA Spirit, Германия, в красном углу ринга. Спортсмен в синем углу ринга, 32 года, вес 69,6 килограмма, рост 173 сантиметра, профессиональный рекорд 13 боев, из них всего одно поражение. Его соперник в красном углу, 27 лет, вес 73 килограмма, рост 178 сантиметров, профессиональный рекорд 28 побед, всего 8 поражений. Георгий Стоянов против Даниэля Вайхеля. Рефери в ринге Марко Броерсон, Голландия. Было озвучено в том числе то, что неплохо бы данный турнир сделать. Я очень надеюсь, что нас ездить, потому что тогда мне довелось комментировать именно из Москвы. Очень хочется, знаешь, посмотреть на месте, как все это. Это было уникально. Итак, у нас первый бой. Георгий Стоянов, Даниэль Вайхель. Посмотрим, что сможет предложить. Очень интересно, в Болгарии. Уже хорошо все подвижно Даниэлю Вайхелю. Если это был только перевод от Партер, может, Партер это тоже так и столько Сергея Вайхеля. Не зря. Стоять в углу, значит, конечно, не надо, хотя у него, ну что, не видимый борцовский компонент живой в ММА, обстреливает лоу-киками, но, на мой взгляд, абсолютно зря встает в угол. Ну, Вайхеля, конечно, заставиться нельзя, блокировано количество, он просто зашкаливает. Попал сразу разрыв дистанции, это вот признак очень умного, очень грамотного бойца. Не торопиться, дошивать дальше, если чувствуешь, что удар вот дошел. Спокойно дальше стрелять. Встает на полной стопе еще, обратите внимание. Очень уж, знаете, читаемо, очень откровенно и при этом, конечно, надо чуть-чуть. Вот стояние в углу, поверьте, оно до добра все-таки не доведет. Вайхеля прекрасный контроль, понятно, мы с вами прекрасно. Эффект достигли, знаете, кого сейчас напомнили? В тихое работу. Вот подобным же образом буквально подцепил за пятку на одном из черный поезд. Да, с борцом почему бы и не возиться. Тем более, что эмоциональная подготовка потрясающая вот этой команды MMA Spirit. Они много где готовятся, они готовятся чуть не на три страны. Австрия, Германия и, если не понятно, не знаю, Голландию ездят. Кстати, два болгарских бойца, Рафал Левонсон. И это при том, что много где, много где земли, в Германии, так и Австрии, ММА, запрещают показывать турниры по телевизору, нередко запрещают проводить, поскольку считают это жестокий вид спорта.
здесь позволю себе не согласиться. Энтузиазм его раздвигает. Да, тут не в энтузиазме дело, а дело в интересе, поскольку понятно, что там, сейчас не буду приводить на пример. Не хочет. Сами спорта считали запрещенными. Возвращение в исторической справедливости, хотя там недалеко. Знаете, возвращаясь сейчас к поединку, мы как-то увлеклись ближайшей верстой. Стоянову-то сейчас кислым на самом деле. Кипи-акшен. Подвешенная, что называется, на приеме. Причем из борьбы, можно спокойно пить, чем занимается тренер Вайхель. На самом деле Вайхель, вот он как взял старт, так и что потом. Поздновато, наверное, стартанул, нужно было попытаться раньше рискнуть, куда это встречали. Знаете, Александр, я думаю, что это как раз работа больше на судьи. А вот я еще в концовке попытался сделать прием. Я и так весь раунд лидировал. А в концовке я еще попытался сделать прием. Да, что-то открутить. Да. Так, смотрим. Ну а что, хороший подхват. Георгий грамотно охотился и в итоге, казалось бы, свой шанс нашел вот здесь. Смешно-то смешно, в одном из эпизодов почти выскочил Даниэль. Ну вот здесь, да, здесь уже не сбежал. Конечно, колоссальный опыт ему помог не попасть в какую-то сверхневыгодную позицию. В итоге он сам дорабатывал сверху весь первый раунд. Бой, кстати, смотрится довольно вялым по одной простой причине. Сейчас не очень понятно, чем Стоянов будет выиграть. О, Юнус Бек. Владимир Штейн, Федор Емельяненко, Юнус Бек Евкуров. Евкуров, прошу прощения. Ну что ж, второй раунд. Несет ли какие-то коррективы болгарский спортсмен? Так, типа, бой, может, попытается чем-то удивить. Ну, Вайхеля надо стараться хотя бы защитить. Защита рейкдауна, попытаться баллон набирать. Не успевает опять. Эй, прыгай, прыгай. Да, стой, стой, стой. Ой! Даниэль, пустишь! Вперед, перевод, перевод. Сразу сконтрил, перевел еще на кухню. Его сейчас отключил обе руки, кстати. Смотрите, да, голова мишень. Голова мишень, одна рука фиксирует, вторая, в принципе, на приеме можно попробовать. Можно мощно еще сейчас не стремится сделать ни рычаг, просто методично гвоздить, не стараться соревноваться в какой-то технике, а тому сейчас приходится делать, а что мы забрали, а пол спит.
Без каких-либо вариантов. Ну вот, сейчас знаменитый Блокфлаг может появиться у нас на рынке. Но если анализировать поединок, в общем-то, не зачем, и так понятно, поскольку по уровню Стоянов не смог ничего предложить, за счет чего стремился проходить в ноги. Да. Не все сомнения. Абсолютно оправданно с какой-то точки зрения. Вот такая по счету со двойным флагом. Да, встречает уровень овации зрителей, собравшихся на время на пище. Поступок немецкого спортсмена. Продолжает традиции. Уважаемые дамы и господа, на третьей минуте второго раунда удушающим приемом победу одержал спортсмен из Германии Даниэль Вайхель. LA Spirit, Германия, Даниэль Вайхель. Александр, вы знаете, продолжаю мысль на тему болгарских бойцов. С победой, Даниэль! Расскажи твои впечатления. Наши коллеги. Мне кажется, бой шел по твоей схеме, все как ты задумал. Тут ты совсем. Your impressions about the fight. What? About your fight. What do you want? Okay, I'm very happy to be here in Moscow and fight in front of that great crowd. I always love it to be in Russia. Я люблю Россию. Вот молодец. Даниэль Вайхель, MMA Spirit. Я люблю Россию. Я очень рад, что уже побывать в России, в Москве. Хочу вам спасибо. А что, спасибо за вас, Андрей.